Это две вещи, которые, ну, совсем недавно появились. Я их рассказал в клубе, и мне сказали: давай. Называется кувшин. Я со дна океана надыбал кувшин. Распечатал его ближе к ночи. На свободу из горлышка вырвался джин и сказал мне: проси все, что хочешь. Как же долго я ждал этот день, этот час. Мне нужней это всяческих премий. Джин, пожалуйста, выполни просьбу для нас. Я хочу останавливать время. Если нам хорошо, есть любовь и еда, и здоровье неплохо отчасти, время пусть хоть чуть-чуть не идет никуда, мы почувствуем все свое счастье. Джин сказал: я желание исполню, поверь. Может быть, это станет привычным. Объяснил: ты любое мгновение теперь остановишь улыбкой обычной. Вот попробуй. И после улыбки моей развернулась волшебная сила, и немножечко сердце забилось быстрее. Представляете, время застыло. Ненадолго, на миг. Но почувствовал я, мир стал лучше, добрее. Пусть все же я проснулся, но да, тут остался, друзья. И у вас все получится тоже. И вторая вещь, просто так и называется, время. А время бывало водой, когда утекало беспечно. И ветром, и даже звездой летело, светило навстречу. А время бывало огнем, горело так ярко, так быстро. Да петь не успели о нем, оно улетало, как выстрел. А время бывало сухим. Но в жизни так хочется чуда. А если и было плохим, да ладно, об этом забуду. А время, как в небе полет. А может, все это ошибка и шутка, или анекдот? А время вдруг станет улыбкой. Как лучше? А я не спешу. Но больше всего, ради Бога, о, время мое, я прошу, любовью побудь хоть немного. Время тоже. Для нас оно, Вася, останавливается. Для нашего звукорежиссера, наверное, нет. Володя, Михаил, спасибо. Спасибо за чудесный звук. Даже тогда, когда это казалось невероятным. Итак, наша программа подошла к финалу, но не концертный сезон. Он только начинается. Через неделю ждем вас.